По данным статистики Всемирной организации здравоохранения, количество детей с заболеваниями крови, в том числе с онкопатологией, ежегодно растет. Наш регион не является исключением. Поэтому в Запорожской областной детской клинической больнице, на базе которой работает отделение гематологии, решили создать более комфортные условия для этой категории больных. Ранее маленькие пациенты вместе с мамами располагались в тесных палатах в отделении площадью около 200 квадратных метров. Сейчас пациенты переведены в новое помещение, которое в два раза просторнее. Когда по 6-9 месяцев родители с детьми находятся в отделении, то им надо предоставить какие-то дополнительные услуги для проживания. То же питание, те же туалетные комнаты, те же помещения. И маме спать не рядом с кроватью ребенка, а на соседней кровати. Хотелось бы. Что вот мы сейчас и постарались сделать. По словам представителей Департамента охраны здоровья облгосадминистрации, программа по бюджетному обеспечению детей с заболеваниями крови в регионе будет работать и в следующем году. Применение новейших методов лечения дает положительные результаты, но многое зависит не только от квалификации медиков, но и от условий, в которых проводится лечение. Намного улучшились условия для пребывания здесь маленьких пациентов и условия для работы персонала. Это самое главное. Здесь есть игровая для детей. То есть дети получают здесь комфортно, и максимально мы стараемся, чтобы условия лечения, потому что очень тяжелое заболевание, были как можно более комфортными и для мам, и для деток. Отделение, как и ранее, рассчитано на 25 коек. Есть полубоксы, комнаты для приема пищи, оборудованные ординаторская, сестринская и, что самое главное, теперь есть разделение между гематологическими и онкологическими пациентами, говорят медики. Высокие потолки способствуют лучшей циркуляции воздуха, что немаловажно для лечения такой патологии. Родители маленьких пациентов тоже довольны. Здесь намного лучше, уютнее и как бы комфортнее и для мам, и для детей. Здесь и игровая есть, и ну, как бы просторнее палаты, шкафы есть, где можно все сложить. Как бы, ну, все хорошо, спасибо. То есть как бы нам нравится. Нам очень нравится новое отделение, мы тоже здесь давно уже с лета лежим, за счет того, что очень много места. Мне нравится цель в отделении. Мне тут нравится, и буду выздоравливать. Много лет этому отделению оказывает помощь общественный благотворительный фонд «Счастливый ребенок». Создание уюта в новом помещении не обошлось без его участия. За 2014 год там без малого по областной больнице удалось оказать помощь почти на 700 тысяч гривен. Вот. И в этом году у нас тоже была крупная покупка, это офтальмологический лазер. И вот сейчас по ремонту в гематологии тоже мы приняли достаточно солидное участие. Детей с заболеваниями крови немного, но лечение, поддерживающая терапия достаточно дорогие. И если бы не участие в судьбе этих детей неравнодушных граждан, выздоровление их было бы невозможно, считают медики.